Всем привет! Еду я на рыбалку. Настроение отличное. Еду я не на Сиверс. Не получается мне сегодня на Сиверс заехать. Вот. Много кто там бывало писали в комментариях: заедь в Вицку, вытащи на рыбалку. Я ему сейчас звоню, у него телефон вне зоны доступа. Сейчас попробую к нему заехать, ну и порыбачить возле него. Возле него очень много озер. Я там ни разу не рыбачил. Заедем сначала к нему, если он дома. Попробуем уговорить его с нами на рыбалку заехать. Сегодня оттепель, сегодня тепленько, плюс один. Моргоза, дождик такой моросит. Ну и попробуем, соответственно, его вытащить на рыбалку. Сейчас я возле магазина. Так что, кассирша Лена, привет. Я знаю, ты меня смотришь. Вот. Ну все, выезжаем до Витьки. Снимаем по дороге. Да, кстати, сейчас проедем мимо одного озера. Хочу посмотреть. Там ловит шнитка. Ну, мы его называем огурец. В простонародье. Вот. Посмотреть, сколько машин. Обычно каждую зиму там машин почти каждый день, особенно если выходной день, там тьма машин просто. Припарковаться негде, даже проехать. Вот, ну посмотрим сегодня. Остановимся, посмотрим, ловит ли его сегодня. Ну и на крайняк, если мы там возле Витька ничего не поймаем, сходим, попробуем поймать шнитка. Давно я его не ловил, уже, наверное, лет 10. Все, не было времени как-то на него заехать. Ну, попробуем. Возможно. Попробуем это все заснять. Ну, сейчас, по крайней мере, посмотрим, сколько народа на том озере. Да, кстати, Ваня Тихонов, привет. Ты давно просил, чтобы я тебе передал привет. Так что передаю тебе привет. Спасибо, что ты меня смотришь. Почаще пиши комментарии, а не на WhatsApp. Пиши комментарий, это лучше, чем просто мне писать на WhatsApp. Так что привет. Все, сейчас будем смотреть. Вот такая здесь классная остановочка. Или что тут? Я не знаю. Машины есть, но народа маловато, еще маловато. Нету. И народ весь разбросанный. Обычно, если они ловят шнитка, они все кучкой сидят, ловят. Ну, пройдемте, посмотрим, что тут такое. Сейчас мне бы слезть отсюда. Я залез на кучу гранта. Опа. Каменные такие стены. Красиво все из камня. Каминчик. Вот на этом озере ловит шнитка, но народа особо сильно не видно. Есть там по краям сидят, но не видно, чтобы кучковались и ловили шнитка. Ладно, поедем дальше, поедем до Виктора. Красиво, очень красиво. Вот ступеньки есть. Ну что, приехали мы к Витьке. Следов особо к нему тут нету. Кто-то на квадроцикле катался тут у него. Баньку так он больше и не делал, потому что у него досок еще толком нету. Не привезли ему. Пойдем посмотрим, что он тут чудит. Живой ли он вообще? Пробуем глянуть. Ну, все так и осталось, так и стоит. Тут так и стоит. Ну,
котел накрыт, и все накрыто. Идем дальше. Жив-здоров, не кашляет. Холодно ему, постояли, поговорили. Отказался, не хочет он на рыбалку сегодня. Так что поедем мы одни. Заедем, если что-нибудь поймаем. Завезем Витьку. А может быть, еще потом позже заедем, проведуем Мишаню. Хутор ЛВ. Как он там? То он тоже что-то давно видео не выпускал. Заедем, проверим. Но это уже после рыбалки. Не хочу я сейчас время терять. Лучше стану, пойду порыбачу. Потом объедем, посмотрим. Ну вот, попробуем мы сейчас возле Маленной порыбачить. Бог нам в помощь. Вот. Попробую я потом по льду дойду ближе к Маленной. Поснимаем Маленную со стороны. Вот. Сейчас мы попробуем порыбачить. Тут даже лунки уже есть. Кто-то рыбачил. Сейчас посмотрим, что здесь вообще за рыба есть. Озеро небольшое, маленькое. Там через дорогу еще одно озеро. И тут через дорогу еще одно озеро. Тут три озера сразу. Те поболее чуть-чуть. Это самое маленькое. Ну вот попробуем. А вдруг что-нибудь поймаем. Попробуем сначала мелочевку какую поймать. Поставим жерлицы. Сейчас выберем место тут какое-нибудь. Будем рыбачить. Лунки, по-моему, даже закормленные. Замерзшие вообще или нет? Замерзли. Ладно, сейчас сверлим новые лунки. Ну вот, мы только опустили. И, кстати, почему я решил именно сюда сегодня ехать на рыбалку? Из-за того, что здесь недалеко кладбище, где похоронена моя крестная. Умерла она в прошлом году, уже практически прошел год. Не помню точно. И заодно после рыбалки заехать хочу на кладбище. Поставить свечки. То я тут редко бываю. Заехать и поставить свечи. Ну, а мы будем ловить. Как что-нибудь поймаю, включимся. И у нас первая плоточка. Взяла на опарыша. Это хорошо. На жерлицу у нас уже есть что поставить. Ну, сразу же попробуем, если возьмет вторая. Чтобы сразу можно было поставить две жерлицы. Это неплохо. Буквально минутка прошла, и мы поймали плоточку. Это уже неплохо. Постараемся сразу поймать еще одну. Ну вот, установили мы одну жерлицу. Пойдем ловить плотку, чтобы установить еще одну. И будем рыбачить. Вообще класс, дуплетом сработало. Две плотки сразу. Такого у меня еще не было. Класс. Две штуки сразу. На мотыля и на опарыша. Значит, рыба здесь есть. Сейчас мы подденем мотыля и по новой. А у нас работочка на флажок.
Блин, удочку сейчас мы засунем. Кто еще утащит к аквариусу. Пойдемте посмотрим. Сработочка. Только я не вижу, чтоб правда мотало. Или это просто ветром сдуло. Что-то я не вижу, чтоб мотало. Скорее всего, ветром. О, леску всю вымотало полностью. Давайте. О, есть! Есть что-то серьезное. Есть. Есть что-то. Или в тросту затянуло. Но что-то есть. Ух ты. Но очень тяжело идет. Очень тяжело. Пока я даже не бьется, не чувствую, но она даже вымотала всю. Блин, аж леска трещит. Что-то... О, бьется. Бьется, есть. Неужели первая щука в этом году? Ух. И видно, хорошая. Хорошая щука. Хорошенькая. Блин. О, идет, идет, идет. Неужели мы в этом году поймали щуку? Всю леску аж вымотала. Ух, жмет, жмет, жмет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, жмет, жмет, жмет. Ой, добрая, добрая. Блин, как ее вывести? Ой-о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 й. О-о-о-о. Вот это адреналинчик. Она в лунку не заходит даже. Она даже не заходит в лунку. У-у-у, пошла, 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 пошла. Пошла, пошла, пошла. Блин. Надо вычистить лунку. Леску было вымотавши. Хорошая. Ой, хорошая. Она в лунку не залазит даже. О, пошла опять. Ё-моё. Ё-моё, какая там хороший крокодил. Интересно, она вообще в лунку залезет? По ощущениям, блин. Народ, какая первая щука у нас здоровая. Ё-моё. О, там хороший крокодил, она петлёй закинулась. Она петлёй закинулась. Я её даже поднять не могу. По-моему, петлю себе через голову. Нет, там мамонт. Там просто здоровая щука. Ух ты, ё-моё. Ух ты, как она жмёт. Как она жмёт. Ничего, устанет. Устанет, и мы её вытащим. Обязательно мы её вытащим. Что бы нам этого не стоило. Ой, красавица. Красавица. Первая щука и такая красавица. Блин, вон она здоровая. Я даже не знаю, как ее. О, там просто монстр. Я просто даже не знаю, как ее вытащить. У нее голова в лунку не залазит, да. Ух ты, ё-моё. Там просто огромная щука. Просто огромная. А, я рукав аж намочил. Ё-моё. Как ее вытащить? Она просто не влазит в лунку. Там просто огромная голова.
просто огромнейшая голова. Я просто не знаю, как ее вытащить. Просто. Просто огроменная. Она просто не вмещается в рынку. Ух ты! Ух ты! Она просто не влазит. Обалдеть! Просто обалдеть! Я не знаю, как ее вытащить. Че, она оторвалась, что ли? Нет. Она еще здесь. Она еще здесь. Просто вы видели пасть, если видели, офигеть. Там просто. У меня уже руки просто замерзло. Рука, я даже просто не знаю, как ее. У меня рука вместе с ее. О, вот это да! Это просто вы посмотрите! Обалдеть! Просто! А-а-а! Вот это щучина! Вы посмотрите просто! Я палец даже порезал! Офигеть! Вы просто посмотрите, там просто монстр! Просто монстр, у меня просто нету даже. Блин, у меня кровь с пальца течет. Но я ее вытащил. Офигеть. А, блин, я пальцы порезал об нее. Это просто что-то. Это просто, я не знаю этого, не передать словами. Охереть, это столько времени такого монстра вытащил. Офигеть, просто вы видите ее. Охереть. Просто. Это во моя нога, как ее голова. Просто. Я сейчас жене позвоню, порадую. Сейчас я отойду, остановлю кровь на пальце. И тогда продолжим записывать. Походу на этом моя рыбалка и закончена на сегодня. Я с таким уловом. Потому что не могу с пальца кровь остановить. Где-то она мне так прорезала палец. Взял маску с машины. И замотал палец. Меня аж очень трясет. Сейчас мы заберем эту мелочь в кучку. Ну посмотрим, сейчас похожу. Может быть, остановится кровь. Тут мы его немножко подловили. Ну, пойдемте к этому крокодилу. Крокодил, не знаю, ну, килограммов 7 она точно. Не знаю, дома взвешаю. Весов у меня с собой, конечно же, нет. Дома я взвешаю. И тогда я скажу, какой у нее вес. Просто вы посмотрите, какой гигант. Вот моя нога. Вот это. Сейчас. Просто посмотрите. Раз нога. От кончика хвоста. Раз. Два. Три. Четыре ноги. Представляете? У меня сапог 43 размер. Обалдеть. Сейчас я еще камеру сниму. Покажу вблизи этого крокодила. Просто посмотрите, какая у нее голова. У нее глаз больше моего. Офигеть. Я не знаю, насколько она весом может быть. Посмотрите, во моя рука. Просто во, поросенок.
Просто, это просто поросенок. Ух ты, какая. Просто поросенок. С мясом я. Это просто боров, а не щука. Посмотрите. У меня адреналин еще до сих пор зашкаливает. Не, наверное, я все-таки еще домой не поеду. Я пойду еще переставлю флажок и еще чуть-чуть посижу. Надеюсь, кровь остановится, пальцы. Офигеть, просто. Вы сами все видели, как я ее тащил. Я надеюсь, это все записалось. Просто это обалденная щука. Это самая большая щука в моей жизни вообще, по-моему. Я еще таких не вытягивал. Она в лунку просто не проходила. Пришлось вот даже палец порезать, что ее пришлось за челюсть тащить. Офигеть, вот жена обрадуется. Пойдет на котлеты. Сколько котлет с нее будет. Обалдеть. Просто, просто, просто. Вот она. Вот она какая красавица. Не знаю, ну сколько она. Пишите в комментариях сейчас. Останавливайте видео и пишите в комментариях, сколько она может быть весом. А в конце, конечно же, видео будет ее вес. Останавливаем и пишем предположительный вес ее. Офигеть, просто, я просто не могу. У меня адреналин до сих пор зашкаливает. Я таких монстров еще не вытягивал. Я только на видео таких видел. Вживую еще не. Я тем более пойманную своими руками. Офигеть, просто у нее голова. О, офигеть. Монстр, просто монстр. Такого маленького озера. Вот тут маленная стоит, маленькая озерка, и такие монстры здесь вводятся. Офигеть, просто. Ой, простите меня, вообще мне зашкаливает адреналин. Ну все, будем сматывать леску. По-моему, я даже не достану с нее это крючок. Она заглотила добро. Хорошо, леска выдержала. Все, отошел я немножко от шока. Кровь я остановил себе пальцы. Вот так вот, маской. Короче, нашел я там дохленький себе поводок, а этот откусил. Вот что от поводка осталось. Вообще разгрызло. Вот. Это мы, конечно, уберем со льда. Сейчас я отнесу щуку в машину. Там у меня вроде есть водичка, попью. И будем продолжать ловить. Я успокоился, все нормально теперь. В хорошем настроении, в обалденном. Куда ж такой поросенок? Отнесу этого поросенка в машину, чтобы мало ли кто приедет, чтобы не видел бы. И то тут начнут тогда буриться, ставиться. Вот. Один флажок я отнес теперь чуть дальше. Вот она тут клюнула где-то у нас. Да, вот тут вот. Получается, я один чуть-чуть туда дальше отнес, один сюда вот этот восстановил, поставил. Ой, ну классный поросенок. Надо нести его в машину. Ё-моё, я его поднять даже не могу. Я просто его тащу. Не знаю, сколько поднять могу, но очень недолго. Все, пойдем в машину, отнесем, положим его и будем рыбачить дальше. Ну вот такая тут маленная, правда, ветер дует. Берег озера, где я рыбачу, где я поймал большую щуку сейчас. Сейчас заеду на кладбище, поставлю свечки и полечу домой взвешивать щуку. Мне боженька подкинул рыбку. Спасибо большое. Ну все, собираемся домой. Не знаю, на кладбище я снимать, наверное, не буду. Уже включение будет, наверное, дома. Надо сфотографироваться и взвесить, сколько ж она весит. Мне очень интересно. Ну вот здесь очень старенькое кладбище. Сейчас
Сейчас мы зайдем, поставим свечки и поедем домой. Сейчас бы нам еще могилку найти бы здесь. Ладно, ребят. Вот, представляете, вот под такой бур мне пришлось ее вытащить. О, бур какой маленький выглядит по сравнению с этой щукой. Представляете, как мне пришлось ее тащить. О, длину бура. Так и представляете, какой его шнек и какая его щука. Сейчас мы ее взвесим, я уже дома. Сейчас узнаем ее вес. Сейчас жена найдет весы и взвесим. Вот смотрите, какое у нее брюхо и какой шнек у этого бура, в которую лунку я ее тащил. О, чума такой поросенок. Ну, короче, взвесил, весы у меня хреновенькие. Она вышла 7200. 7200 она. Но мне кажется, что она больше. Ну вот так мы и закончим видео. Всем пока. Всем добра и счастья. Такой уловчик. Класс. Всем удачи и везения.